Илья, ну как думаешь, почему не хватило сегодня хотя бы гол престижа забить? У них Воротарь очень здорово сыграл, выручал. Мы не реализовывали свои моменты. Ну, так вот получилось. Они забили, чем давно. Насколько ожидаемы были все-таки ошибки в обороне, которые привели к взятию ворот? Ой, я не знаю, даже ошибки у нас глупые, конечно, что могу. Ну, будем стараться делать выводы, работать. Как думаешь, сейчас жарко будет в раздевалке? Думаю, да, будет жарко. Нам попадет сейчас. Как считаешь, может, перерыв, но перед этим матчем, который был примерно недельный, отрицательно сказался, из игрового ритма выпали? Да не, мы работали, по две тренировки было у нас. Не знаю, что-то не получилось у нас сегодня. Настрой был хороший. Первый период проиграли мы вот из-за ошибок и все вот в общем. А лично тебе комфортнее играть, вот когда игра за игрой или через перерывы? Я даже не знаю, ну как получается, так и играем. Как дается. Юрий Викторович, ваше впечатление сегодняшнего матча? Ну, хорошая игра, очень хорошая, сбалансированная казахская команда, сбалансированная, это 93-й, 94-й, 95-й год, подготовлена, хорошо обучена, могу сказать. Ну, хорошая игра была, могу сказать, но мы проиграли ее 0-2. Можно ли сказать, что по числу голевых моментов сегодня было равенство? Ну, можно сказать, что и равенство было, но мы перебросали команду 26 на 17 в общей сложности. Но не хватает нам, вот я уже говорю, как, ну, это зависит не только от бросков там, или еще от чего-то, это зависит уже от мастерства. Придет это придет. Ребята молодые, работают, хорошо работают, что оно придет. Если не секрет, по каким причинам приняли решение не менять голкипера на последних минутах на полевого игрока? А если бы мы втроем забили, тогда поменяли. Если не секрет, почему Кореев не играет? Кореев? Кореев уехал в Риаду.